Генеральный партнер проекта «Приорбанк». Деревня Таван расположена в 10 километрах севернее Сапы. И здесь проживают представители сразу двух племен – черных хмонгов и красных зао. Это родственные народности, и все они – выходцы из Китая. В Сапе проживает очень много этнических меньшинств. Одно из них – племя красные зао, которых отличают красные головные уборы. В деревне напротив проживают черные хмонги. И эти племена совершенно не общаются друг с другом, потому что они не знают языка. Каждый разговаривает на своем диалекте, и они друг друга совершенно не понимают. Особенность красных зао – то, что замужние женщины, они сбривают брови и выбривают себе волосы. Верхнюю часть головы сбривают. Бытовой уклад местных народностей прост. Живут скромно и довольствуются малым, тем, что дает природа и собственные руки. Жители заняты сельским хозяйством, а также производством нехитрых сувениров. Ежедневно сотни хмонгов и зао со всех окрестностей преодолевают до 15-20 километров пешком, чтобы попасть в Сапу и заняться торговлей. Нас пригласили в гости. Жилище черных хмонгов. Обязательное условие перед тем, как вы входите в дом, челом вы должны коснуться трех красных лент, которые висят у входа. Достаточно аскетично выглядит кухня. Дальше больше. Обратите внимание, лампочка есть, но она не работает. В доме находится несколько отверстий, через которые и проходит в жилище естественный свет в дневное время. Старинный телевизор, который, наверное, уже не существует ни в одной семье. Здесь спят дети. Там, я понимаю, спят взрослые. Все крайне скромно. Хмонги – самая многочисленная народность в Сапе, и все они изготавливают своими руками. В данном случае женщина изготавливает лен, с которого потом будут ткать вот такие вот ткани синего цвета. Все это натуральные красители. Могу посмотреть ваши руки? Почему у вас такие руки синие? Это краска, натуральная краска индиго, которая окрашивает вот эти вот ткани синего цвета. Чтобы добиться необходимого цвета, нужно 20 раз окунуть лен в краситель. И каждый раз он должен пролежать 3 часа. Вы представляете, сколько работы ради только одного цвета ткани, не считая всего остального художественного оформления. Генеральный партнер проекта – Приорбанк.